Завершен капитальный ремонт хореографического зала в Доме культуры поселка Черноморский. Заниматься танцами ребята будут в специально оборудованном помещении с максимальным уровнем комфорта. Глава района отметил, что для детского творчества созданы все условия. Очень отрадно видеть блестящие глаза наших детей. Вот чтобы этот блеск никогда не пропадал, нам надо строить, созидать, делать так, чтобы нашим детям было комфортно везде. Хочется, чтобы мы дошли до того дня, когда мы полностью все отремонтируем в этом Доме культуры, и наши дети перережут красную ленточку. Я думаю, тоже это не за горами. Спасибо губернатору, спасибо Министерству культуры, который постоянно нам уделяет внимание. И вас, ребята, поздравляю, и родителей поздравляю с этим днем. Поздравляю с началом нового пути. Начали вот с крыши, немного спустились, зал хореографии и поэтапно пойдем. Мира и добра вам, счастья, дорогие ребята, вам. Учитесь хорошо, занимайтесь спортом, пойте, значит, танцуйте. Сегодня ваше время. И мы хотим, чтобы ваше детство было на самом деле счастливым. Глава поселения Денис Левагин поблагодарил администрацию района за поддержку. Ремонтные работы в Черноморском доме культуры ведутся в рамках национального проекта. Рациональное использование средств позволило восстановить танцевальный зал. Огромное спасибо Адаму Шахметовичу за то, что он постоянно направляет нас, подсказывает, помогает, и благодаря его советам сегодня мы достигаем те результаты, которые есть. Мы открыли сегодня и спортивную площадку, за что особые слова благодарности. Сегодня мы открываем зал хореографии. Однозначно мы не будем останавливаться на этих результатах, которые мы сегодня имеем. Мы будем идти вперед в понимании того, что наш дом, наш дворец культуры, он должен быть таким. Теперь в помещении есть все необходимое для занятий. Ремонт выполнен качественно и в короткие сроки. Самое время перерезать красную ленточку. Почетное право перерезать ленточку предоставляется главе муниципального образования Северский район Адаму Шахметовичу Джариму, главе Черноморского городского поселения Денису Сергеевичу Левагину и участникам танцевальных коллективов и цирковой студии. Держите его тоже. Аккуратно, только осторожно. В новом зале удобно и детям, и педагогам. Теперь от юных артистов требуется только одно – желание заниматься.